Маша яскрава, стильна і дуже розумна. Та, на жаль, самотна. Здравствуйте. Доброго дня. Привет. Меня зовут Турчина Маша, мне 21 год. И я самая интересная, яркая, красивая, умная, интеллигентная, воспитанная. Но в моей жизни не хватает самого главного – близкого человека рядом. Со мной не очень хотят общаться люди. Вот в чем моя проблема. А у тебя были когда-то отношения? В моей жизни не было ни отношений, ни поцелуев, ни свиданий. Даже цветы никто из мужчин не дарил. И сексу теж не было? Не было. Я не понимаю, почему меня не замечают достойные мужчины? А чому саме зараз ти вирішила до нас звернутися? Іменно в такому возрасті познайомились мої родители через газету. Моя мама написала об'явлення, так вони зустрілися і поняли, що вони створені друг для друга. І ти хочеш повторити цю історію? Да, я думаю, що сама судьба мене привела сюди, щоб зустріти того самого достойного чоловіка. Маш, а до нашого проекту ти робила попытки как-то познайомитися, знайти парня? Это был сайт знакомств. Там 80% это извращенцы. Я уже создаю коллекцию из этих переписок с извращенцами и идиотами. Я хочу тебя полоскать. Я ему отвечаю, ну, белье в ванне полоскать будешь? Я туда лечу. Ну, извините, меня подобное не интересует. Еще также могут написать: «Я буду тебя любить, несмотря на то, что ты повна». Но это просто мастер пикапа. Я слишком хороша для всех этих идиотов. А чем ты занимаешься? Я учусь на дизайнера интерьера и ландшафта. Я люблю рисовать, люблю вышивать крестиком. Еще мне очень нравится писать цитаты. Возможно, в будущем, когда я буду в декрете, я даже издам с ними свою книгу. Также я занимаюсь спортом уже вот 6-й год. У меня есть даже свои собственные рекорды в спорте. Поднимаю штангу ногами 170 килограмм жим. 170 джим? Ничего себе. Да, и качаю пресс за тренировку 1500 раз. У меня есть кубики пресса, показать, к сожалению, не смогу, потому что я в платье. А вот такая пристрасть до квітів в будь-якому прояві, это в тебе от ландшафтного дизайну? Мне нравится быть яркой, выделиться среди толпы, принести какую-то каплю чего-то особенного, яркого в обычную будничную жизнь. У меня больше, чем 20 платьев. Половина, наверное, пестрых, потому что мне очень нравятся такие сочетания. Каждому из них есть веночек, даже не один. Мне кажется, это самый такой женственный вариант, который может быть. Ну, уже не терпится узнать, какого же парня ты хочешь. Я хочу видеть возле себя достойного молодого человека, в котором я хочу видеть обязательные качества. Я могу зачитать. Відчувається, що людина відмінниця. До всього дуже ґрунтовна підготовка. Мой парень должен быть интеллигентный, умный, образованный, воспитанный, креативный, заботливый, внимательный, неревнивый, не бабник, остроумный, романтичный, нежадный, выдержанный, пунктуальный, ухоженный, дружелюбный, аккуратный, не толстый, высокий, спортивный, но не качок, стильный. Не мамин сынок, что было с ним интересно куда-то сходить, не из села. Дизайнер, архитектор, ведущий, артист, поэт или, возможно, даже экстрасенс. Не матерился, нашей национальности, без физических отклонений. С адекватной прической, волосы не покрашены в странный цвет, не выстрижены полголовы, без дредов. Ничего себе. Но такому же парню нужно что-то предложить взамен? Что ты ему можешь предложить? Я веселая, добрая, общительная, яркая, креативная, нежная, когда нужно, сильная, хохотушка, целеустремленная, выдержанная, творческая, романтичная, вежливая, практичная, изобретательная, воспитанная, спортивная,
Красивая, хозяйка, без вредных привычек. Не матерюсь, не могу сидеть без дела. Стильная, ухоженная. Шопоголик, но подхожу к этому разумно. Браво! Спасибо тебе за такую подготовку. 45 пунктов – это немало, такого у нас еще не было. Я возлагаю на вас большие надежды. Я думаю, вы прекрасно справитесь и найдете мне человека, который сможет раскрасить мою жизнь. Мне кажется, что я так конкретно все описала, что ошибиться просто невозможно. Ты знаешь, я только сейчас начинаю понимать, насколько перед нами сложная задача. Так, чесно, навіть я не знаю, що в нас цього вийде. Меня зовут Павел Терехов, мне 27 лет. Я сделал себя сам. Помимо того, что я прокачиваю свой мозг, я еще прокачиваю свое тело. Я веду здоровый образ жизни, не курю, не пью. И являюсь персональным тренером фитнес-зала. Я считаю себя достаточно интересным человеком, но на данный момент девушки у меня нет. Были попытки создать отношения, но ни одна из девушек не выдержала мой темп жизни. Я являюсь создателем проекта «Воскресный воркаут». Также я провожу тренинги по риторике и ораторскому искусству. Для меня очень важно, чтобы девушка меня любила, ценила, уважала, разделяла мои личные приоритеты и ценности моей жизни. Она должна быть образованная, весела, активна, иметь огромное-огромное количество хобби, отличное позитивное настроение и всегда быть искренней и честна со мной. И такую девушку я полюблю и никогда не отпущу. Чи стане Маша дівчиною мрії Паші? Так как это мое первое в жизни свидание, я решила очень тщательно подобрать образ. Для меня этот день был особенным. Я хочу, чтобы мне запомнили самые прекрасные моменты, которые я буду вспоминать потом всю жизнь. Я получила сообщение с местом встречи. Меня удивило, что парень выбрал для свидания Протасов Яр. Зимой люди там катаются на лыжах, а он пригласил меня на свидание. Меня удивило, что же мы будем там делать. Для меня важно, чтобы девушка была спортивная и разделяла мои жизненные ценности и приоритеты. Поэтому свое свидание я решил начать с групповой тренировки. Занимай свои места. Я иду на место встречи. И тут вижу, как люди делают зарядку. Я была немного растеряна. Поднимите, пожалуйста, руку, кто пришел ко мне на свидание. Кто пришел ко мне на свидание? И тут я поняла, что этот человек, с которым у меня будет свидание. Подходи, пожалуйста, ко мне. Она похожа немножко на Фиону, героиню из фильма «Шрек», только не зеленую. Но все-таки решил продолжить свидание для того, чтобы узнать ее немножко получше. Хорошо, пока разминаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел. Маша, познакомиться. Слава богу, не рыжий и не блондин. Внешность 4 из 5. Я тренер групповых программ по фитнесу и по воркауту. Занимаешься ли ты вообще спортом? Да, занимаюсь. Да? Отлично. Я знаю много людей, которые в большой комплекции, при этом они активно занимаются спортом. И у меня закралась идея, что, возможно, это девушка, которая занимается пауэрлифтингом. У нас будет с тобой свидание в спортивном стиле. Мы вместе проведем тренировку, ты в ней поучаствуешь. Нахрен эта тренировка? Я бы с удовольствием, но думаю, у меня не самый подходящий внешний вид для данного занятия. Я думаю, мы это сейчас исправим. У меня есть для тебя одежда. Меня этот факт, честно говоря, огорчил. Проходи, переодевайся. Ну а пока давайте разомнемся еще немножко. Прянемся к солнышку, солнышко уже выходит.
они на мне трещат. Очень туго. Паша! По сути, это ведь его проблема, что на меня не подошла форма, которую он выбрал. Огромное количество картин, да? Вы подходите к картине? Паша! Меня подойди, пожалуйста. А, сейчас я подойду. Его косяк пусть он и исправляет. Что случилось? Да, меня маловато. Я очень сильно извиняюсь, что не подошли. Я не знал, кто ко мне придет, поэтому я подобрал средний размер для обычного телосложения девушки. Но тогда у меня другое предложение. Я надеюсь, шорты, парашюты, возможно, ей подойдут. Девушка, мои мечты из моих снов, шортов, маечки и веночки. Я решила оставить веночек и сережки, которые подходили под шорты, чтобы выглядеть интересно во время тренировки. Я в форме себе понравилась. Я даже обрадовалась, что топик довольно-таки короткий, и кубики моего пресса будут видны. Надеюсь, что Паша это заметит и оценит. Кубики пресса скрывались глубоко и стеснялись выйти наружу. Готово? Да. Мне понравилось то, что он выбрал для меня место в первом ряду. Я же все-таки пришла к нему на свидание. Я должна выделяться среди всех. Все готовы? Покажите мне растяжку свою. Ножки максимально широко поставили. Локтями тянемся к земле. Мог что-то интереснее придумать. Он все-таки ж тренер, должен был меня чем-то удивить. Правую ножку взяли в ручку. Потянулись. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы, тянемся, тянемся, тянемся. Другую ножку. Мне не было тяжело на тренировке, эти упражнения не были для меня слишком сложными. Хорошо. Разогрелись? Отлично. Взяли сейчас небольшую растяжечку на пресс. Отличное упражнение, называется скалолаз. Готовы? Исходное положение приняли, упор лежа. Начинаем делать. И начали. Какой темп забрали. Маша, старайся. Давай, давай. Молодец. 4, 3, 2, 1, стоп, поднялись. Я видел, что она очень старается, но ей тяжело. Устали? Нет. Нет, не устали? Нет. Я не вспотела, не устала. Для меня это было все равно, что пройтись по улице, просто прогуляться. Следующее упражнение мы сделаем планку. Как она выглядит? Встали. Вот в этом положении. Ничего сложного. Опустились. Попробуй. Я просто постарайся. Не хочу портить прическу. А при чем здесь прическа? Мы не испортим твою прическу. Я думаю, все будет хорошо. Я хочу постоять. Но это же свидание. Я ожидала, что ты что-то красивое, интересное придумаешь, а не просто поваляться в земле. Левую, правую. Закончили, молодцы. Давайте друг другу поаплодируем. Наша тренировка подошла к концу. Вперед за новыми победами. Наконец-то эта ерунда с землей и травой закончилась. Видно было, что она абсолютно не спортсменка.
удачи тебе. Очень рад был, что пришел. Все, конечно, конечно, делайте фото. Отлично. Все, приходите еще. Будем рады, будем рады. Для меня эти серые молли, которые пришли к нему за компанию помахать ее ручками-ножками, это вообще не конкуренты. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления о тренировке. На твоей тренировке я не устала. Я занимаюсь спортом уже почти 6 лет. Да ладно, что, серьезно? У меня есть даже свои некоторые достижения. Я качаю пресс 1500 раз за тренировку и поднимаю жим ногами 170 килограмм. Ого! Для меня даже сделать 1500 подъемов на пресс – невыполнимая задача за один подход. Продемонстрируешь? Что только не сделаешь, чтобы не похвастаться перед мужчиной. Ну, давай. Я надеюсь, что Паша оценит мои старания. Я буду считать. Хорошо. Поехали. И раз, давай. И два, и три, и четыре, и пять. Еще немножко осталось. Давай. И 16. И давай, дыши. Я думал, что вот-вот или шорты порвутся, или еще что-нибудь произойдет. 17. И 18. Давай, дотягивай. Давай. И раз. Давай. Раз. И последний раз давай. Оп. Не может спортсмен, который делает 1500 раз, так провалиться. А почему 20 раз, а не 1500? Потому что в тренажерном зале были комфортные условия. Я считаю, что за эти 20 раз можно было вполне понять, что у меня есть хорошая физическая подготовка. Мне уже было интересно, а что же будет дальше? Ну хорошо, тогда я тебе предлагаю сейчас переодеться и продолжить наше общение и знакомство в более удобной обстановке. Я согласна. Я надеюсь, хоть сейчас у меня начнется нормальное свидание. Можно было немного и попроще одеться. Смотри, я, мол, такой стильный весь из себя. Ну что, ты готова продолжать наше знакомство? Да. Идем на ресторан, который находится чуточку выше. Готовься. Пошли. К подъему. Меня его предложение, ну, мягко говоря, неприятно удивило. Я люблю, в принципе, прогуляться, но чтобы это было в меру, а не на каблуках в этом платье вору. Ну. Знаешь, я ищу девушку, с которой бы я всегда и везде мог путешествовать. Неважно, горы это, моря, чтобы она всегда была рядом. И, естественно, мне нужна девушка выносливая. Я думаю, что я могу быть такой девушкой. А поднималась куда-нибудь высоко, в какую-нибудь гору? Нет. Мне просто не тяжело идти. Тяжело? Это небольшое испытание, обычный человек с этим справится очень легко. Тебе помочь? Давай. От этой его руки, вот это толку-то особо и не было. А если бы эта вершина была раз так в 10 больше, выше, и у тебя еще был рюкзак, так, плюс 5 килограмм? Тут буквально красота. 100 метров прошлись. А ты сейчас уже выбилась из сил. Ты ищешь себе будущую жену, которая будет рожать тебе детей или таскать кирпичи в горы. Я не представляю. Садись, присаживайся. Наконец-то марафон закончился, и сейчас наступит тот момент, когда мы начнем общаться. Добрый день. Хотела сделать заказ? Да, пожалуйста. Мне, пожалуйста, салат с тунцом и ягодный смузи. Говори. Да, я буду греческий салат, овощи, гриль и ягодный смузи. Для меня стало большим удивлением то, что она заказала все такое правильное, здоровое питание. Расскажи о себе, как ты себя позиционируешь в жизни. Я студентка-отличница, я сдала диплом на пятерку. Дизайн среды, это интерьер и ландшафт. Я ощущаю себя очень
ярким и интересным человеком. Я себе даже говорю, что я попугай в стае серых голубей. Я даже не знаю, как реагировать. Либо смеяться, либо плакать, но я сразу понял, что у человека реально завышенная самооценка. Очень завышенная, прям выше некуда. Чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься? Мое хобби – это спорт. Я занимаюсь в спортзале вот почти уже 6 лет, 3-4 раза в неделю. 6 лет, 4 раза в неделю? Да. Угу. Я уже просто не выдержал. Ну, честно тебе сказать, как тренер, за полгода можно изменить человека до неузнаваемости. Мне кажется, ты немножечко приврала. Для меня эти его слова, честно говоря, были шоком. Какой ты нахрен профессиональный тренер? Аби не сперечатися, Паша переводить тему розмови. Каким ты видишь своего мужчину в будущем? Я пришла с определенным списком качеств, которые бы хотела видеть в своем молодом человеке. Серьезный подход, серьезный. Сколько там пунктиков? 45. Я бы хотела, чтобы мой парень был интеллигентный, умный, остроумный, образованный, ухоженный, не толстый. Высокий, спортивный, но не качок. Ну, с эстетической точки зрения предпочтительнее брюнеты. Без вредных привычек, с хорошей работой, не из села. Возрастом от 23 до 30 лет, нашей национальности, с адекватной прической. И если есть борода, чтобы это было стильно и ухожено. Ого. После этого списка меня тупо накрыло. А как ты вот считаешь, чисто лично твое мнение, соответствуешь ли ты и физически, и умственно, и вообще в целом этому типажу? Ну, я считаю, что я соответствую тому списку качеств, которые я хочу увидеть в своем молодом человеке. Я считаю себя умной, красивой, интересной и разносторонней личностью. У тебя завышенная самооценка, завышенные требования к мужчинам, которые ты от себя дать не можешь абсолютно. Да прям таки. У тебя нету сексуальности, у тебя нету грациозности. Тебе нужно еще очень много потеть, стараться, работать над собой. Если ты не пересмотришь свое отношение к мужчинам и к себе, ты еще очень долгое время не сможешь ходить на свидание. Он или да? Я уверена, что я найду человека, который будет совпадать не только по этим 45 пунктам, а даже больше, и который примет меня такой, какая есть. Нет, смысла продолжать свидание с таким напыщенным человеком. Я бы хотела уйти и оставить тебя одного. Слава Богу. Это самое нелепое, самое дурацкое свидание в моей жизни. Данное мероприятие, даже звание свидания недостойно. Я вышла с этого заведения только с одним желанием – высказать все, что я думаю Наталье Холоденко. Алло? Алло, Наталья, здравствуйте, это Маша. Да, здравствуйте, да, Машенька, я тебя слышу. Да, я хотела сказать, что сегодняшнее свидание провалилось, и человек, которого вы для меня нашли, совершенно мне не подходит. Неужели было так трудно найти для меня человека, который соответствовал всего лишь 45 пунктам, а не приводить какое-то хамло, которое элементарно не умеет общаться с людьми? Я хотела бы с вами встретиться и об этом поговорить. Ну хорошо, конечно, до встречи. До встречи. Здравствуйте. Доброго дня. Наталя Холоденко. Психолог, яка знає, як знайти кохання і назавжди стати щасливим. У меня к вам только один вопрос. Зачем вы мне на свидание прислали этого напущеного х**? Ну, тому що він на 90% такий, як ти хотіла. А що не так? Не совпали 10 качеств. 35 пунктів співпало, 10 не співпало. І ти кажеш, не підходить. Ну, ці 10 пунктів для мене були важливіше, ніж остальні. Ага, які? Інтелігентний, воспитаний, нежний. Професія.
Я поняла, что Паша искусственный, напыщенный, самовлюбленный человек. Я не хочу с ним больше встречаться. Навіть так. Окей. Може, ти врахуєш якісь рекомендації Паші з першого побачення? Чи ти вважаєш, що питання тільки в Паші? Я вважаю, що проблема тільки в ньому, тому що він... А треба принц. Я не ищу ідеального чоловіка, я ищу чоловіка, який ідеально підійде мені. І які якості для тебе принципові для другого побачення з іншим чоловіком? Я би хотіла, щоб цей чоловік був більш душевний, більш ніжний. Ще щось? Более добрий, веселий, креативний, романтичний. Угу. Ну це вже список розширюється, я так розумію. Немного, так. Да. Я переживаю, чи ми знайдемо такого ідеального чоловіка. Ищите. Я настроєна дуже серйозно. І пускай іщуть для мене парня стільки, скільки потрібно. Пускай це буде 20-30 встреч. Головне, щоб цей чоловік не підходив. Тому що я відсюди з пустими руками не уйду. Ну що ж, знайдемо Маші того хлопця, про якого вона мріє, і подивимось, що з цього вийде. По життю я з музикою граюсь. Можу сказати, що я репом займаюсь. Може, це не талант, а такий маленький талантик. Я люблю життя. І да. Я же романтик. Я Жека Руденко, мені вже 25 років, я дорослий хлопчина, я журналіст і займаюся. І сподіваюся, що я буду займатися музикою. Я сам з Херсона, але зараз, на щастя, живу і працюю в Києві. У мене була спроба побудувати стосунки, це було класно, крім одного, між нами було 600 кілометрів. Ми отак 5 років зустрічались, і в один жахливий день вона мені подзвонила і сказала: «Прощай, можеш мені більше не дзвонити». Я хотів відразу її повернути, приїхав до неї, і виявилося, що в неї вже був інший. З того часу пройшло вже 2 роки, я так і не зустрів дівчину, якій би я знову зміг довіряти. Мені все одно на зріст, там, на вагу, на її параметри. Я просто хочу, щоб вона була яскравою, такою творчою, вірною. Ну і, звичайно, не гулякою. Життя без кохання – це не життя. Я думаю, ви знайдете невесту для Жені, бо я вже готовий до серйозних отношеній. Що ж, чи влаштує Машу другий претендент на її перебірливе, вибагливе і таке жадаюче кохання серце? Я надеюсь, что это свидание будет кардинально другим. Оно пройдет в более комфортных условиях, будет более романтичным. И я действительно смогу назвать его свиданием, а не просто каким-то мероприятием. Привіт! Запрошую тебе на побачення. Йди на поштову площу, на звук музики і знайдеш мене. Слава Богу, він хоч не сказав, що його потрібно шукати по запаху. On her back, ass so fat, hit that from the back. When it clap from the back, she clap in the back, she flat on the back, then it's back to the track. Fuck your pack, ASAP, where's that? Кажется, я что-то слышу. По звуку музыки я нашла компанию молодых людей. Там были и парни, и девушки. Я подумала, возможно, он решил прийти с друзьями, сразу меня с ними познакомить. Привет. Привет. Вы знакомы? Нет, я первый раз. Да я тоже тебя. Я к тебе пришла на свидание? Нет. Если ты меня видишь первый раз, это даже не значит, что я пришла не к тебе. Я не знаю, не знаю. Так чем не повод познакомиться? Ну, они сами вообще, да. У нас есть вот моя знакомица. Возможно, он растерялся, решил просто начать знакомство с легкой и приятной шутки. Ко мне должен парень прийти на свидание, я его ищу по звуку музыки. Так где-то там, может? Ну, я слышала музыку отсюда. Да, мы музыку слушали, ну, просто вот для себя. То есть я в вашей тусовочке лишняя. Ну хорошо. Мне было неприятно опять преодолевать какие-то непонятные препятствия. Было обидно, что он не до конца продумал эту свою идею.
слушала музыку. На этот раз она была из машины. Привет, я к тебе пришла на свидание. Ну, нормальный парень, наверное, он ждет девушку. Да не, вряд ли. Я друга жду. Ну ладно, извиняюсь. Если я еще раз подойду к человеку, и это окажется не он, мне это реально начнет уже бесить. Это не свидание, это какой-то глупый квест. Я спускаюсь на Почтовую площадь и слышу снова звук музыки. Я к тебе прийшла на свидання. Абсолютно вірно. Для мене не було важливо, як вона виглядає. Я хочу, щоб прийшла людина добра, світла. Я смотрю, парень, в принципі, симпатичний, але той перший вид теж був симпатичним. Зараз ще узнаємо, який він чоловік. Мене звати Євген. Маша. Дуже приємно. Хочу, заграю для тебе. Хочу. Я просто вирішив обрати романтичну мелодію, щоб показати їй, наскільки я романтична натура. Красиво играешь. Я понял, что пора снимать эти, так сказать, интеллигентные одежды, брать и куражить. Ох, ух. Футболка с Симпсонами, но это же мультик для... Давайте сразу раскрою все свои козыри. Хорошо. Я себе, напевно, сразу не представил. Мои все умения – это маленький фристайл. Фристайл? Хрен его знает, что это такое. Бачишь, співати трішки я люблю. И всю эту музыку можу сложить на ходу. Ты, девочка, оригинальная, необычна. Давай теперь про себя. Я парень романтичный. Я надеюсь, что Суржик это был просто его какой-то подкол. Я твоей красотой просто озадаченный. Мала, ты не пожалкуешь. Пішла зі мною на побачення. Для меня это был слишком резкий контраст между классической музыкой и непонятным рэпом. Я тебе пропоную перейти в более интересное место, чтобы мы краще поспілкувалися. Ты готова? Да, конечно. Только треба туда еще добраться на очень увлекательном и интересном транспорте. Ходимо. Пошли. Посмотрим, сможет ли он меня приятно удивить. Каждый что-то не хватает, да? Хорошее настроение есть, я есть, она есть, цветы. Секундочку. Цветы для самой красивой девчонки. Типа 20, типа 15. Боже, что он делает с этими бабками? Неужели он хочет сторговаться, чтобы они отдали ему букет бесплатно? Давайте все. Накладайте их, давайте вот так наливайте. Это вы меня выручили, девчата. Спасибо вам. Бабка оборвала грядку, не хотела выбрасывать эти сорняки, решила продать какому-то лопуху. Где ты? Я хочу сделать такой красивый жест, показать, насколько мне приятно с ней общение. И чтобы просто она почувствовала себя классной девчонкой, которая дарит все цветы, что есть на этом мосту. Оптовая закупка. Мне кажется, что мне бы весь будет тяжело нести, мне бы хотелось, чтобы ты мне помог. Отпускай потихоньку. О, дивися, я дивися, и подари поміг. Класс, да? Цветы скошены где-то на огороде. Сорняк. Да нет, это композиция. Я разбираюсь в Викибанах. Сомнительно, конечно. Что-то вовкнула, не подумала. Не, ну, может, она реально перенервничала. Миледи, ось наша царская карета.
Что произвести впечатление на девушку? Я решил украсть этот велосипед у соседа. Ну, пожалуйста, никому не кажите. Реально сельский свадебный лимузин. Давай, я подержу, а потом ты сядешь, я тебе дам. Все, ты сел, готова? Поехали. Аккуратно все, полетели налево потихоньку, поворачиваем, повертай, повертай. Докручуй, докручуй, все. Тепер вправо, трохи вправо. Більше вправо. Такі йдуть дітей не дивити, не дивити дітей. Лучше дівчинку їздить, щоб вам роботи було менше. Если оценивать по 10-бальной шкале предрасположенность человека к вождению, у Маши десь минус 3 миллиона баллов. О, это дорогие, вот что ты, что-то вот, Маш, мне не понравилось, что ты такая решительна. Я слишком решительна. Ще пару свиданий і рулювати ми научимося. Я не хочу, щоб кожне свидання моє було таким. Та я ж теж не хочу. Хочеться доїхати, ми щось розіб'ємося. Ух ти, блін. Я акуратно. Мені не треба виїжджати на встречку. Вона, мабуть, настільки в мене влюбилась, що вирішила, що ми умремо в один день. А не можна було просто пригласити мене в кафе або вибрати місце хоча б поближе? Ти була в кафе? А в секретному місці ти не була. Чему меня жизнь учит? Ну, сходила я раз на свидание. Зачем я пошла второй? Хорошие новости. Угадай, что? Мы приехали. Я думала, наше свидание будет более комфортным. У меня был выбор, или комфортно, или круто. Как ты думаешь, что я выбрал? Неудобно. Думаю, ну, дівчонка все-таки, пару капризів я її переживу. Зараз убедишся, все буде по вищому класу. Хорошо. Я вернусь. По її позі я зрозумів, їй все нравиться, вона реально хоче продовження цього класного свідання. Ку-ку! Ку-ку! Я думала, ти вже забыл про меня. Ты что? Может, ты мне хоть руку подашь? Я понимаю, девчонка высоких манер. Конечно! Конечно, подам! Прошу! Спасибо! Боже, сегодня наше свидание пройдет в атмосфере элегантности и интеллигенции. Страха от этого уже, блин! Интеллигентные девчата – это моя слабость. Я вижу. И я бы реально понял, если девчонка кажет, болит срака, все, она реально нормальная баба. Ну что, барабана дробь, хочу себе стерти память, чтобы еще раз удивиться от красоты этого места. Что может быть лучше пикника на природе? Только 2 дня пикника на природе. Ты решил так вымучить девушку ради чего? Поляны с шишками? Сідай на пеньочок, який я приготовив. Я їхала сюди почти півтора часа, щоб ти мені предложив сісти на пеньок. Я хотів зробити реально нормальне сільське свидання. Я тебе не сільська дівчина, щоб приглашати мене посидіти на пеньки. Ну, хочеш побути сільською? Не хочу. Як я до Києва буду добиратися? Я на эту штуку больше сегодня не сяду. Тут я понял, что зараз, наверное, не лучший момент, чтобы сказать, что вообще-то на другое свидание мы идем на этом велику на Херсонщину. Если ты очень устала, мы можем остаться тут. Ты гонишь? Серьезно? Мне показалось, она так офигела, как мой сосед Иван, когда у него сарай с сином горел. Я хотел, чтобы
Тобі це понравилось і запомнилось на всю жизнь. Я це вже запомню на всю жизнь, точно. Я поняв корінь всіх капризов. Голод. Ладно, дивись, я знаю, що тебе зараз утішить. Чека туди, такий вроді сільський парубок. А дивися, все акуратно, все свіжо. Капець. А ти сам із села? Я з красивого мальовничого села на Херсонщині. Жизнь в селі, я вважаю, що не для мене. Ні, ну серйозно, до свадьби всім на трошки повиділуватися. У мене так було з вінігретом. Я теж його не любив, попробував і все. Милості прошу на пеньок. Я все-таки сделаю отложение, присяду. На пеньке сидеть неудобно, ноги в песке. Режим принцессы успешно активированный. Но я надеюсь, что она так ее, как включилась, так быстро ее выключит. Чем ты взагалі занимаешься? Сейчас я учусь на дизайнера. А дизайнер чего? Дизайнер среды. Дизайнер среды? А что, на четверга? Я только 4 года учился и пошел працевать. На кого ты учился? Я бакалавр журналистики. Как можно быть журналистом и говорить так безграмотно? Это же несовместимые вещи. А кроме учебы, чем ты вообще по жизни занимаешься? Занимаюсь спортом почти 6 лет. Угу. Судя по всему, это не велотрек. По 1.5 часа, 3-4 раза в неделю фитнесом. Ого, магистр фитнеса? Я за тренировку качаю пресс 1500 раз. Нифига себе. Я еще делаю жим ногами 170 килограмм. 170 килограмм? Да. Ты можешь так свинью подкинуть? При чем тут я и свинья? И я не могу упустить возможность выпить с такой удивительной девчонкой. Что может быть лучше для фитнес-девчонки, чем 50 грамм чего? Медовухи. Ты выше всяких похвал. Спасибо. Конфета, да? А я его на чарку перехилила. Сразу видно, леди. С такими свиданиями реально хочется спиться. Ты закуси, закуси. Я леди, я должна закусывать. Попробуй колбаску, она выложена в форме сердечка. Для меня старался. Да. Я везде, кстати, замечаю сердечко, потому что любовь везде. Главное ее раздавить. Правда, ну, мои друзья кажут, что... Но я бачу, что это сердечко. Вот это романтика через... Реально, зачем было говорить это на свидании? Какие-то были отношения, что ты вообще ценишь в отношениях? В моей жизни не было серьезных отношений. Так как я очень тщательно выбираю человека. И даже поцелунков не было? Нет. О чем-то большем, я думаю, не стоит говорить. Получается, ты девственница еще? Да. Знаешь, мне кажется, это слово совершенно не подходит для описания данной ситуации. Мне хотелось взять бутылку со стола и врезать ему по морде за такую реакцию. Хочу показать, что я до глубины души удивлен тем, что ты мне сказала. У меня просто была девственница, и она неправильно поняла. Я ж не сказав, я сказав опять. Це клас. Ти молодець. А якого ти парня хочеш? У мене є 45 пунктів, по яким я вибираю. У тебе 45 пунктів, як вибрати парня? Да. 44 пункта? Да, це ще норм. Це норм. Ну, 45, мала, извини, це ще перебор. Я захотела зачитать ему эти свои пункты, чтобы он понял, что он вряд ли дотягивает до моего идеала. Я надеюсь, что у меня как минимум будет 42. Ну, приступим. Я бы хотела, чтобы мой парень был интеллигентный, умный, креативный, романтичный, чтобы поддерживал мои интересы, с чувством юмора, не толстый. Я не пойму твоей реакции. Не толстый? При чем тут не толстый? Я бы не хотела, чтобы ко мне пришла туша 150 килограмм. И тут Остапа понесло. Так, ладно, давай. Голосование. Па-пара-па-па-пам. Вот это придурок.
Что мы делаем с этим пальцем? Оставляем? Загибаем. Спасибо, бэйби. Высокий. Сколько у тебя рост? Ну, у меня идеальный, 170. Да, ну, нормально. Я как раз хотела хотя бы 170. Кто тут высокий? Жека Руденко. Стильный. Немного заужены штанишки. Свободная неполнящая футболка с интересным принтом. Фирменные кеды одной известной марки. Я икона кэжуала. Мне кажется, эта футболка больше подойдет 15-летним мальчикам. Не бейся его меру, она шуткует. Я тебя не брошу. Высокий, не толстый Жека, уже рекордсмен. Я бы так не спешила. Не из села. Как вообще можно сказать классного парня не из села? Такой человек может не всегда корректно выражаться. Силен, це еліта нації. Кто села? Я села. Кто красавчик? Я красавчик. С хорошей работой. Реально работа офигенно. Сколько ты получаешь? 1008. Я то не ставлю рассказывать, что у меня просто еще премия 3000. Думаю, не-не-не, она еще влюбится. Мне бы хотелось видеть немного больше. 28? Нет, 35 тысяч. Иисус вообще был без работы. Идеальный человек. Следующий пункт. Не загибаешь палец. Не, спасибо. Не матерился. Не загибаешь палец. Употреблять слово «жопа» было неуместно. Ты же сама сказала «срака». Срака от этого уже, блин. Я думаю, что задало тон нашей беседе. Срака, срака. Для меня это слово было всего лишь способ выражения своих эмоций. Следующий пункт. Нашей национальности. Тут я понял, что уже близко. Мне кажется, что это очень нечеловечно. Не хочу, чтобы мои дети были темнокожими. Это должны были быть маты. Давай дальше. Без физических отклонений. Это такой тупо трешак. Я не ожидал такого гамна. Это не блокнот, а какой-то сборник ненависти. Вот ты бы хотел, допустим, девушку без ноги или без руки? Я бы точно не хотел девушку без мозги. Це був поток якогось безсмисленного бреда. Итого, я підходжу тільки під 41 пункт. Я бы не сказала, что ты подходишь мне даже по 41 пункту. Я терпів. Ну це вже я реально вже цього не міг винести. Як шарпей на виставці. Давайте поміряем длину его вух. Це таке вообще говно. Ну блин, ну так нельзя. Коли ты любишь человека, він идеальный. Даже в любимом человеке есть недостатки. Спали цей блокнот, вийди в мир и подивись, ты тільки хороших мальчишек, кто его купил. После этих слов я не могла больше молчать. Я забыла о том, что я леди, решила высказать ему все, что я о нем думаю. Знаешь, я считаю свой список правильным. Я буду дальше искать человека, который будет больше ему соответствовать, чем ты. Есть такая фраза. Человек из села выехал, а село из человека не выехало. И, к сожалению, в тебе я это четко увидела. Я не вижу смысла во втором свидании. Я стараюся завжди в будь-якій людині бачити щось світле. І в будь-якій людині є щось світле. Але Маша сьогодні мені устроїла темну. Пошов. Невоспитаний. Второе свидання і опять какой-то попадається. Точно как пороблено просто. Меня так достали эти придурки, которых эксперты присылают мне на свидание. Алло? Наталья, здравствуйте, это Маша. Да, здравствуй. Очікуваний дзвінок. У мене враження, що я працюю десь на телефоні гарячої лінії. Ви прислали ко мне человека, который хоть мне и подходит по 41 пункту, но своими минусами он испортил все, что только можно. Какие минусы? Он грубиян, он из села. Он сказал, что мне и списки плохие. Меня это очень сильно обидело. Я не хочу с ним больше видеться, не хочу с ним второго свидания. Я розумію, що ми можемо знайти іншого, потім ще, ще і ще. Але нічого не зміниться, поки Маша не зрозуміє, що проблема в її поведінці. Я... Варіанти, чому так відбувається?
Возможно, к этому причастны высшие силы. Я хочу, чтобы мне помог человек со сверхспособностями. Ты имеешь в виду экстрасенса? Да, может, человек со сверхспособностями увидит, в чем причина неудач в моей личной жизни. Ну, а если ты найдешь человека со сверхспособностями, он тебе тоже не понравится. У меня есть экстрасенс, которому я доверяю. Якщо це допоможе змінити ставлення до чоловіків і свою поведінку, я готова домовитись про зустріч навіть з екстрасенсом. Хорошо, якщо ти нам не довіряєш, то я попросимо організувати зустріч з екстрасенсом. Хорошо, я жду вашого ответа. Поздно вечером я получила смс, що встреча таки состоится. В моей жизненной ситуации, я думаю, вряд ли мне уже кто-то поможет, поэтому я очень рассчитываю на то, что это сможет сделать он. Здравствуй, Маш. Здравствуйте, Сурен. Сурен Джулакян, переможець 16-го сезону «Битвы экстрасенсов». Ты существо от Бога или от дьявола? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Перемогу здобув Сурен Джулакян. Я была очень рада его видеть. Моя мечта сбылась. Пересмотрев всю битву экстрасенсов, я знала, что Сурен может увидеть намного больше. Очень рада вас видеть. Я тебя слушаю. Я красивая, яркая, интересная, умная девушка. Я очень хочу построить отношения, но нужные мне мужчины не замечают меня. Я не знаю, в чем проблема. Почему именно встреча с экстрасенсом? Я думаю, на мне есть порча или венец безбрачия, или, возможно, еще что-то. Может, именно высшие силы мешают мне построить отношения? Попробуем разобраться в твоей ситуации. Надо, чтобы ты произнесла свое имя и дату рождения. Мария, 19 ноября 1995 года. Мне показывают странные вещи о твоей судьбе и жизни. Какие? Карта дьявола падает. Дай мне свою руку. Я просто в шоке. И не пойму, как темное что-то опускается прям вот так вот тебе на голову. Ты чувствуешь это? Я чувствовала неприятные, сильные вибрации по всему телу. Это не порча, это не венец безбрачия. А что это? Нет. Я не могу увидеть, встань. Картина проясняется. Я понял. Это корона. В экстрасенсорике я слышала понятие там порча, привороты, отвороты. Но вот понятие корона я не слышала, что конкретно он имеет в виду. Ты надела корону себе на голову. И ты считаешь себя лучше и выше других. Такое ощущение, что ты пытаешься таким образом скрыть свои страхи. Ты не уверена в себе. Ты всего очень сильно боишься. Откуда весь этот негатив? Откуда эта чернота у тебя внутри? Боже. Ты еще школьница. 5-6 класс. Тебя загоняют в угол. Я не пойму, что это. Меня класс, били, школа. В школе. Парни. Три мальчика.
Они тебя унижали очень сильно. Что ты чувствовала, скажи? Обиду. Очень сильно. На мужчин? Потому что они должны были защищать тебя. Да, они делали обратное. Какие слова они тебе говорили? Толстая, жирная, корова, свинья. На самом деле у меня очень много ненависти к людям, которые меня обижали. Ты взращиваешь эту боль, эту ненависть, злость внутри себя, понимаешь? Ты так и не смогла отпустить это. Ты злишься на мужчин? Да. Есть вещи, которые не смогла простить. Садись. Встреча была и не одна. Ты готовишься как человек-оркестр. Все лучшее надену сразу, называется. Да. Но все пошло не так. Потому что ты с этой короной. У тебя завышенные требования. И при этом отсутствие сексуальности и женственности. Проблема не в них, Маш, проблема в тебе, в том, как ты себя подаешь в этот мир. Встань! Что это такое? Скажи мне, пожалуйста, что это такое? Венок. Это искусственные цветы. А от тебя веет энергетикой мертвечины, понимаешь? Это негатив, который ты привносишь в свою жизнь. После этого слова во мне как что-то обрушилось, я никогда не могла подумать, что подобный образ может быть мертвым. Я же старалась его сделать максимально живым. Костюмера вызовите сюда, пожалуйста! Снять немедленно это платье! Иди переодевайся срочно. Венок, платье, все принесите сюда. Я не совсем понимала, что происходит и зачем нужно переодеться. О, другое дело. Маш, ты пойми, я на тебя кричу не потому, что я хочу тебя обидеть, а чтобы ты меня услышала. Я хочу тебе помочь. Я не обиделась на то, что он кричал. Я понимала, что этот человек хочет мне помочь. Да, общество не идеальное. Многих обижали. Да, жестоко, больно, тяжело. Но они тебе говорили правду. И ты должна поблагодарить их за эту правду. И отпустить. И не обижаться. Ты должна привести себя в порядок. Преобразиться. Пошли со мной, возьми венок и платье. Я доверяю Сурену. Что бы он ни сделал, это будет мне во благо. Это огненная стихия, которая заберет всю твою боль, заберет всю твою прошлую жизнь и трансформирует эту энергию. Давай приступим. Держи. И ты должна сейчас разрезать платье на куски. Хватит быть той мертвой невестой. Хватит носить эти ненужные венки погребальные на себе. Не жалей ничего. Я расплакалась не потому, что мне было жалко платье. Я понимала, что настал тот момент, когда стоит отпустить весь негатив из себя. Режь, не жалей. Я отпускаю все обиды, весь негатив, всю боль. Я чувствовала, как в моей душе обрываются те обиды, которые не давали мне жить полноценной жизнью. Ты будешь ходить в таких платьях, скажи? Я больше не буду ходить в таких платьях. Скажи, я отрезаю себя? Не отрезаю себя. От прошлой своей жизни? От прошлой своей жизни. Thank you.
Бери все это и бросай в костер. И венок бросай туда. Бросай. Чувствовала, как будто с меня снимают какую-то грязную, непонятную одежду, одевают в чистую, белую. Мне сейчас идет информация, что у тебя есть еще что-то с собой, как заметки какие-то. Я была в шоке, насколько тонко он смог прочувствовать такие детали. Что это такое? Блокнот. Какой блокнот? В этом блокноте пункты, которые я хотела видеть в своем молодом человеке. Маш, как так можно? Любовь – это в первую очередь чувствовать человека, а не жить по пунктам, которые ты создала. Это шаблоны, от которых тебе нужно избавиться тоже. Доставай его сюда. Бросай туда. Выброшу эти списки из головы и буду искать положительные качества в каждом человеке индивидуально. Сейчас я проведу ритуал для того, чтобы усилить твою женскую энергетику. Очки сними, пожалуйста. Глаза мне смотри. Я почувствовала горячие вибрации по всему телу от происходящего. Поняла, что во мне что-то меняется. Я чувствовала, как из меня выходит что-то. Трансформирую во благо усиления женской энергетики Марии. Трансформирую во благо личного счастья, семейного счастья и любви Марии. Здесь и сейчас, да будет так. Маш, как ты себя чувствуешь? Я себя давно не чувствовала настолько легко и прекрасно. Это можно было сравнить с приходом весны. Я думаю, это начало моей новой жизни. Ну и самое главное, необходимо меняться и внешне. Ты сделаешь все, что я тебе скажу? Конечно, да, я хочу меняться. И я хочу передать тебя в руки профессионалов, которые помогут тебе измениться внешне. И только в этом случае, с такими трансформациями и изменениями, в твою жизнь придут новые свидания. Я приехала по адресу, который мне дал Сурен, и увидела, что это салон красоты. Здравствуйте. Доброго дня. Раді вас сьогодні бачити. Проходьте, будь ласка, за мною. Мене звати Ріта, я мастер по депіляції. Процедура немного для першого разу буде, звісно, неприємною, але ми потерпимо. У мене ж руки, ноги бриті. Теперь ручки. Я задумывалась раньше удалить волосы на руках, но я не думала, что это так важно. Теперь, Машенька, займемся вашим лицом. Я считаю, что у меня довольно-таки симпатичное лицо и красивые волосы. Процедура окончена. Мы сегодня будем использовать альгинатную маску. Это и кожу успокоит, уберет покраснение и будет такой более свежий, отдохнувший вид. Я делала раньше маску, пленку, но о таком я даже не слышала. Ощущения были приятными, я почувствовала легкий холодок на лице. Как ощущения, Маша? Приятные. Красиво? Скажите, кожа просто сияет.
Я просто чувствовала себя богиней. Я парикмахер-стилист. Проходите, пожалуйста. С моими волосами что так они делают? Так. Я провела в салоне столько времени, что я уже сбилась с счета часов там. Обалдеть! Как можно было меня так изменить? Я не ожидала, что я могу быть настолько другой. Я стала более увереннее в себе. Я почувствовала, что такое быть женственной, грациозной, нежной девушкой. И мисс Грація Марія легкою ходою вже дефілює до третього кандидата. Парень прислал мне сообщение с местом встречи и указал, что мой образ должен соответствовать черно-красному дресс-коду. Меня это удивило не только как девушку, но и как дизайнера. Я в новом образе, на каблуках, с новым макияжем, иду на место встречи и вижу его. Меня зовут Межов Максим, мне 21 год, я коренной житель города Харькова. Я умею ухаживать за девушками, очень это люблю. Галантности меня научили годы занятий спортивно-бальными танцами. Я стал чемпионом Украины, Азербайджана, Турции. Моя карьера забирает у меня много времени, и практически не остается времени на отношения с девушками. Я сделала счастливой девушкой, потому что считаю, что девушки – это диаманты. А за диамантом надо хорошо ухаживать, чтобы он всегда блестел. Меня зовут Максим. Как тебя зовут? Хорошо. Я просто не расслышала. Просто меня немного удивил его цвет кожи, но я хочу видеть возле себя молодого человека нашей национальности. Меня зовут Маша. Приятно познакомиться, Маша. Я, конечно же, ожидал увидеть совсем другую девушку, но фигура – это не главное. Главное – какой человек внутри. Это тебе. Спасибо, очень красивый букет. Слишком банально подарить розы или ромашки. Я хотел внести частичку своего образа туда. Букет с перчиком, потому что свидание будет очень жарким и очень веселым. Это я тебе гарантирую. Мне стало интересно, насколько жаркая может быть атмосфера на свидании с таким парнем. Я хочу пригласить тебя в китайский ресторан и познакомиться поближе с твоим братьем. Хорошо. Меня удивил выбор ресторана для первого свидания, ведь не каждому подойдет китайская кухня. Я пытался показать, что существуют парни, которые могут еще ухаживать за девочками. Удобно? Угу. Ну что, давай сделаем заказ. Я обалдела от цен в меню, я подумала, хоть бы не мне пришлось за все это платить. Ты что-то будешь? Знаешь, я никогда не пробовала китайскую кухню. Что бы ты мне посоветовал? Хорошо, тогда я закажу для нас обоих. Я надеюсь, что тебе понравится. Хорошо? Хорошо, я тебе доверяю. Можно, пожалуйста, салат из древесных грибов, две порции риса и жареный карп джугэ. Конечно. Мне кажется, что можно было бы что-то более интересное выбрать. Понятно, что салат с грибами. Рыба. Рыба. Приступай, почему ты не кушаешь? Как можно есть палочками? Я себя почувствовала неловко в этой ситуации. Я могла и опозориться. Я что-то захватила. И как она? Очень интересный вкусный салат. Обычные маринованные грибы. Я не считаю трату таких денег на эту еду оправданной. Расскажи мне что-нибудь о себе. Ты гуляешь, там, дискотеки, клубы, может, какие-нибудь. Сейчас я прожму.
Хорошо. По дискотекам, клубам я не хожу. Ты не ходила в клуб? Нет. Ни разу? Ни разу. Серьезно? Серьезно. О боже мой. Тебе же 21 год. Ты чего? Что плохого в том, что девушка не ходит по этим обкуренным клубам, не бухает и не перепихивается с кем попало? Но для меня подобное заведение неинтересно. Хорошо, извини. Оставлю вопрос по-другому. Okay. Скажи, пожалуйста, а как ты любишь отдыхать? Прогулка в парке с мамой, поход по магазинам. Это отдых? И тут я понимаю, что надо помогать человеку. Когда бы с ней растанцевала? На выпускном. На выпускном чего? Школы, 13-й год. Школы? Ты сейчас знаешь, какой год? 17-й. Ты 4 года не танцевала? Ну, получается, что так. Господи, ты ж полжизни пропустила. Ничего, сейчас все исправим. Куда мы идем? Подожди. Для тебя. Я привел Машу в танцевальный зал заранее. Обустроил его так, чтобы девушка полностью расслабилась. Очень красиво. Я очень приятно удивлена. Правда. Я заслуживаю такого отношения, такой подготовки. Присаживайся, пожалуйста. Знаешь, просто все, что я хочу, хочу, чтобы ты расслабилась. Потому что если ты будешь напряжена, тебе не получится получить удовольствие, то, которое буду получать я. Хорошо? Угу. Держишь? Да. А вдруг сейчас полетит в меня его рубашка, брюки, обувь, и он останется в трусах. Ну что? Как тебе мое творчество? Мне понравилось. Заметно, что это для него больше, чем просто хобби. Ты хотела попробовать, как это? Почувствовать эти эмоции. Это страсть. Это был, кстати, танец румба. Это танец любви. Ты готова к этому? Да, давай. Все просто. В бальных танцах нельзя смотреть под ноги. Я хотел наладить с ней контакт, потому что я знаю, как такие девушки становятся более фигуристые, открытые, они в танце. Поехали. И 4 раз. А куда ты смотришь? Тебе в глаза? Да. И 2, 3. И 4 раз. Ты расслабься, расслабься, я держу. 4 раз, я ж партнер. Она это все делала, такое ощущение, что она пришла на работу. Что ей сказали делать, она делает, и все. Мне кажется, я лучше станцую без каблуков. Давай, все в твоих руках. Точнее, в ногах. Готова? Да. Очень хотелось открыть Машу вообще как девушку. Показать ей, что она может быть эмоциональной, чувственной. Работа, работа тела, Машенька. У тебя такое тело, ты его не используешь. Начало получаться, я почувствовала себя грациозной, что я выполняю эти движения с особым шармом. Мне не нужна была ее правильность исполнения фигур. Я просто хотел, чтобы она отдалась полностью в эмоции. Давай еще. Давай. Только страсть хочу. Да-да-да-да, вот она, вот она. Ты чувствуешь, как она не работает? Так, да. Так. Взрывай. Взрывай мою фантазию. Еще. Еще. Да! Меня не удивило то, что он захотел меня потрогать. Почему бы и нет, у нас же все-таки свидание.
Умница! Я думаю, на этом урок закончен. Я считаю, что для первого раза я танцевала более чем хорошо. Расскажи мне свои ощущения. Как тебе? Ну, ты не смог, как мужчина, сегодня разбудить во мне ту страсть. Что? Да я прыгал вокруг нее целый день. Как я не смог разбудить во ней страсть? Господи! Он меня не возбудил. Увы. Нам нужно, возможно, дольше пообщаться, тогда это получится. Или просто остаться друзьями. Я хочу об этом подумать. Я понял, я тоже для себя сделал какие-то выводы, вот, но все же мне было приятно с тобой пообщаться сегодня. Вирішальний день настав. Завдяки місцю, де і все, та навіть більше, експерти придумали образ матчу до найменших дрібниць. Час робити вибір, на який чекають усі троє хлопців. Здравствуйте, Наталія. Доброго дня. Дуже приємно виглядаєш. Не сумуєш за квіточками? За цими цвіточками я точно не скучаю. Навіть так? Сурен сказав мені, що потрібно міняти свій гардероб, міняти себе, свої пункти якісь по житті, взгляди. Зовсім скоро ти зустрінешся з усіма трьома претендентами на твоє серце. Я тобі бажаю пам'ятати про те, що в кожної людини є сильні риси характеру та слабкі. Ти ж також не ідеальна. Благодарю за рекомендації. Я їх учту і прийму зараз рішення. До свидання. Привіт, Маша. Здравствуйте. Витаю. Ты попал в список тоже? Маша у нас с широкой душой, длиной на двух пацанов. Добрый день. Привет. Я Жека, а... Я Максим. Наш фан-клуб пополняется, да? Мне уже не терпится узнать, какие были у вас свидания. Мне поражает Машина самоуверенность в себе. То, что она может сказать, что я качаю 1500 раз пресс за один подход, и при этом при просьбе сделать, она делает 20 раз, и то с натяжкой, ребята, вы представляете? Стоп! Не, стоп! Может, у нас 170 килограмм ногами не жме? Хотел ее раскрыть, но она достает список. Да, из блокнотика, да. Ты сказала, что это ящик Пандоры. Бере мечты мои на отношения, бере лопату и закапывай их очень-очень глубоко. Какой блокнотик? О чем вы говорите? Блокнот – это не просто листочки, это ее образ мышления. Он заключается в 45 пунктах, по яким вона себе подбирает мужчину. То есть ты приходишь, и ты таки думаешь, Маша, я там тири-пири, я могу тебе рассказать анекдот, а она каже, нет, давай я тебе как помирю, как Шарпея. Ты должен быть не толстый, ты должен быть не перекачанный, а ну, показать палец, ты должен смеяться. Потом она тебе дает чашечку чая, подивиться, чи ты воспитанный. Я не слышал никакие про блокноты, я слышал какие-то 45 баллов. Не, все, я тебе не, я не верю ни одному слову, это друга Маша. Маша кардинально поменялась перед свиданием с Максимом. Весь джекпот тобі. Вы уже приняли решение? Естественно. Я принял решение. Я знаю, что я хочу сделать. Я абсолютно не нервничаю перед встречей с парнями. Это не они меня выбирают, это я еще думаю. Привет. Привет.
изменилась в лучшую сторону. Привет. Привет. Как дела? Прекрасно. Нарешті. Я никогда на жизнь не жалуюсь. Нет, у тебя всегда было хорошее настроение. Цим ты меня и покорила вначале. Привет. Привет. Ну что, начну, наверное, я. Не могу сказать, что я вас всех сейчас рада видеть. Каждый из вас оставил свое особое впечатление. Паша, я начну с тебя. Я ожидала, что это будет свидание, а не просто мероприятие, на котором я буду проходить через какой-то марафон, чтобы просто с тобой пообщаться. Я пришла на свидание в первую очередь отдохнуть. Тебе не нужна девушка, которая будет встречать тебя дома с ужином, воспитывать твоих детей. Тебе нужна просто кукла с идеальной фигурой, которая будет влазить на гору с рюкзаком 35 килограмм. Я считаю, у меня сильная физическая подготовка, но даже я не смогу этого сделать. Я не вижу в тебе не то, что мужчины, даже человека. Я говорю тебе нет. Маш, ты не думаешь о том, что твоя самооценка очень завышена? Ты сказал... Маш, я тебя не перебивал и не перебивай ты меня. Ты меня перебивал. Так вот, что я хотел тебе сказать. Ты хочешь идеального мужчину, но для того, чтобы иметь рядом такого мужчину, нужно ему соответствовать. Так вот, когда будешь подниматься в гору, будь осторожна, смотри, не скатись. На вершине очень тяжело. С такой короной, как у тебя. Я говорю тебе, нет. Я хочу остаться самым ярким кошмаром в твоей жизни. Женя, теперь переходим к тебе. Я не ожидала, что меня снова ждет марафон, причем еще круче, чем на первом свидании. Я в этом платье на каблуках крутила полтора часа этот велосипед. Для чего? Чтобы посидеть в этом красивом наряде на пеньке с шишками. Ты должен зарабатывать больше, чтобы видеть рядом с собой такую шикарную девушку, как я. Мне кажется, тебе очень повезло встретить такую девушку, как я. Ведь я могла выкурить из тебя это село. Но я сомневаюсь, стоит ли мне тобой заниматься. Я без сомнений говорю тебе нет. Я готова выслушать тебя. Щодо нашого побачення. Якийсь список непонятно звідки він взявся. Як можна не любити чоловіка, тому що він другої національності. Ну, ти познайомилась з чоловіком, влюбилась в нього, а він каже, давай, виграємо свадьбу, я з'їжу в Утрехт. І ти така, стоп, ти що, не українець? Він такий, ні, а, все, все, прощай. Може, і хорошо, що ти уйшла із свідання, і що ми не в місті. Я кажу тобі, чоловічське ні. Макс, тебя я действительно рада видеть. На твоем свидании я действительно почувствовала, что рядом со мной мужчина, но, к сожалению, как мужчина именно, ты не смог разжечь во мне эту страсть даже во время танца. Но я бы очень хотела продолжить наше общение в качестве друзей. Возможно, с этого получится что-то больше. И если ты согласен разделить со мной именно эту бесполую любовь на данный момент, я была бы очень рада. Только не дашь. Макс, я готова выслушать тебя. Маш, без обид, только не обижайся, хорошо? Друзей мне достаточно. Я сюда пришел найти себе вторую половинку, девушку, которой я буду верить, любить, ценить. Но ты не оказалась тем человеком. Мой ответ тебе прости, но нет. Ну, что, парни? Идем. Пока. Удачи. Удачи тебе. Счастья, улыбок. Взаимно. Спасибо. Мне, конечно, очень жалко ее, но она заслужила этого сама. Маша! Желаем тебе любви, но не с нами!
Для мене поведінка Маші – це просто демонстрація вислову, що людина є найбільшим ворогом для самої себе. Поки Маша не пойме, що проблема конкретно в ній, їй не поможе ніхто, навіть екстрасенси.